79 лет назад ранним утром фашистская Германия напала на СССР. Эта трагическая дата с тех пор навеки врезалась в память поколений как день начала Великой Отечественной войны. Накануне сотрудники МВД по Республике Дагестан приняли участие в общероссийской патриотической акции «А завтра была война». До свидания, друг мой, без руки, без слова. Не грусти и не печаль правей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не навей. Матери, дочери, сестры и жены провожали своих мужчин на фронт. Война унесла 27 миллионов жизней советских граждан. Именно их память чтят благодарные потомки по сегодняшний день. Со свечами в руках у вечного огня представители МВД вспомнили героев былых времен. Сотрудники правоохранительных органов возложили цветы к мемориалу погибшим в годы войны и сложили из свеч надпись «Помним и чтим». Из Дагестана на фронт ушло более 180 тысяч человек. Дагестанцы героически сражались у стен Бреста, Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя, Сталинграда, Новороссийска. Освобождали Белоруссию и Украину. За проявленное мужество высокими правительственными наградами были отмечены многие наши земляки. Помните. Через века, через года. В память о героях Великой Отечественной войны в небо были запущены воздушные шары и бумажные фонари.